Сегодня в службе спасения работают 27 человек. В их числе и оперативные дежурные, и спасатели, и вовсе уникальные специалисты – водолазы, наличием которых в штате может похвастать далеко не каждое подобное специализированное учреждение. За последние годы оперативному дежурному поступило более 10 тысяч обращений. Только за последние 3 года спасатели выехали более 3000 раз на оказание неотложной помощи. В числе основных задач учреждения – организации единой дежурной диспетчерской службы, обеспечение безопасности людей на водных объектах и охране их жизни, а также поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения об опасности и организации проведения аварийно-спасательных работ. Служба спасения с прошлого года расширила свою зону действий. Это до поселка Вычегодский, до моста через реку Вилить и до поселка Черемушский. В 2017 году Коряжемская служба спасения стала участником конкурса на соискание региональной общественной награды «Достояние Севера». Но главное не награды. Главное, что спасатели каждую минуту готовы прийти на помощь. А телефон диспетчерской службы 3-12-17 очень редко молчит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.